рубеже 19 и 20 веков в Российской империи были проведены революционные реформы. За короткий исторический срок, 3,5 десятилетия, наша страна превратилась в одного из лидеров экономического развития. Почему тогда, век назад, Россия оказалась готова к переменам? Какая сила устремила ее вперед? Чтобы ответить на это, мы предлагаем совершить экскурс в наше прошлое. Свой рассказ мы начинаем с истории создания железных дорог, без которых ни о каком индустриальном рывке не могло быть и речи. В эпоху модерн паровоз стал символом экономического развития. Железные дороги в прямом смысле устремляли государство вперед. В середине 19-го столетия русское правительство ясно осознало: отставание от Запада может оказаться фатальным. Надо было в корне менять стратегию развития. Надо было строить локомотив русского модерна и разгонять его до предельной скорости. Промедление было смерти подобно. За мной, братцы! Вперед! Вперед! За мной! Крымская война. Героическая страница нашей истории. Русские солдаты, офицеры и генералы, защищая страну от англо-французских войск, проявили чудеса героизма. Севастополь – это слово стало синонимом русской стойкости. Но в этой войне Россия потерпела поражение, и основной причиной стало отсутствие железных дорог. Имея Россия магистраль от Москвы до Черного моря, интервенты были бы с позором отброшены. В конце своего царствования Николай I, человек во всех отношениях выдающийся, горько пожалел о том, что построил только одну стратегически важную железную дорогу. Она соединила обе столицы империи. А ведь еще в 1835 году австрийский инженер Франц Герстнер убеждал царя, что России пора строить железные дороги в разные концы империи. Он говорил, что эти дороги станут ее золотой цепью. Герстнер, тот, кто приехал строить и предложил строить первую железную дорогу общего пользования в России, он отметил, что Россия настолько велика, что железные дороги могут быть не только железными, но золотыми, когда они свяжут всю территорию России. Францу Герстнеру было разрешено построить небольшую дорогу Санкт-Петербург – Царское село Павловск. Она и стала первой российской железной дорогой общего пользования. Нельзя сказать, что Николай I не понял всей важности железных дорог. Здесь он даже смотрел дальше других. При нем была изменена программа обучения инженеров-путейцев. Раньше знаменитый институт корпуса инженеров путей сообщения, который возглавлял выдающийся инженер-механик Августин Бетанкур, готовил строителей дорог, каналов и мостов. По воле царя институт стал готовить кадры для строительства и эксплуатации железных дорог. Магистраль Петербург-Москва обязана своим появлением Николаю I. Большинство советников царя высказывались против ее строительства. Когда возник вопрос о строительстве магистрали между Петербургом и Москвой, он, выслушав мнение всех инженеров, всех представителей правительства, сказал: «Я решил ей быть, вопреки мнению большинства, призванных мной на совет, и надеюсь, что потомство оправдает мое решение». Эта магистраль стала образцом отечественного строительного искусства. На ней было построено 184 моста. В нашу эпоху прямая линия дороги позволила сделать ее скоростной. Дорога или магистраль Санкт-Петербург-Москва
строилось уже по проектам русских инженеров. Вот в основном это были Мельников, Крафт, Липин принимали участие, Кербиц, в мостах Журавский. Это инженеры путей сообщения, которые окончили Петербургский институт корпуса инженеров путей сообщения. Дорога была уникальна тем, что она строилась сразу двухпутная. По протяженности таких двухпутных дорог в мире неизвестно было в тот момент. Расстояние 598 верст между Петербургом и Москвой, а железнодорожные пути составили 604 версты. То есть очень прямая дорога. По признанию современников, душой строительства дороги стал выдающийся инженер Павел Мельников. Впоследствии первый русский министр путей сообщения. Это был абсолютно бескорыстный человек, вдохновленный идеей железнодорожного строительства. Он очень внимательно относился к строителям железных дорог. И он не ставил в первую очередь наживать капитал. И надо сказать, что он и не нажил никакого капитала. И даже то, что у него было, он отдал, он последние годы жил в Любани. Он свои последние сбережения отдал на строительство дома для бедных вдов и жен строителей железных дорог. Он внес определенный вклад в строительство церкви в Любани, которая строилась в честь или в память строителей дороги Петербург-Москва. И после этого очень много стало строиться церквей около дорог. Мельников, прошедший стажировку за рубежом, указывал на то, что Россия не должна повторить чужих ошибок. В то время на Западе железнодорожная колея была разной. В Англии было 7 размеров колеи, в Америке – 2. Мельников был сторонником установления единого стандарта для всех магистралей империи. И он был принят – 1524 мм. Такой же размер колеи был в северной части Америки, и он наиболее подходил России по климатическим условиям. Россия стала первой страной, которая выбрала единую ширину колеи сразу для всей страны и закрепила этот норматив официально, что в конечном счете явилось очень важным решением и сыграло огромную роль в развитии транспорта. Именно со строительством магистрали Петербург-Москва связано и начало отечественного паровозостроения. Впервые для магистрали и стали строить паровозы и вагоны в России, причем стали их строить с 1845 года в Петербурге на Александровском механическом чугунно-литейном заводе. Открытие магистрали стало огромным событием. Несмотря на то, что в первых вагонах не было удобств, а зимой пассажирам выдавали медвежьи шкуры, желающих ездить поездами становилось все больше. Конечно, одной дороги огромной империи было явно мало. В силу своей географии Россия была обречена стать великой железнодорожной державой. Весь вопрос был во времени. Масштабное строительство железных дорог начал Александр II. Поначалу, как водится, далеко не все пошло гладко. Царь столкнулся с проблемой, о которой даже не помышлял. На казенном строительстве стали бессовестно наживаться иностранные коммерсанты и российские сановники. Началась полоса неудач. И всегда их причиной были прохвосты из числа иностранных предпринимателей и российской знати. Они создавали акционерные общества и добивались опеки над ними со стороны государства. Так, в 1862 году они добились приватизации, по сути, за гроши Николаевской железной дороги Санкт-Петербург-Москва, приносившей солидные доходы. Против этого решительно выступил Павел Мельников, но высокопоставленные интриганы добились отставки неподкупного министра. А потом начался достаточно темный период времени, когда
Николаевскую железную дорогу, оно приобрело главное общество Российских железных дорог, уже акционерное общество. И вот как раз Мельников Павел Петрович был категорическим противником этого. Отдавать железную дорогу в частные руки. Именно он и лишился кресла министра пути и сообщения, потому что выступал против передачи Николаевской железной дороги в частные руки. Следствие по проистечении времени, это продолжалось достаточно недолго, с 1867 по 1894 год, дорога пришла в полнейший упадок и была снова возвращена в казну. Между тем, в нашей стране железные дороги были нужны как воздух. Этого требовала эпоха. На Западе протяженность железнодорожного полотна уже исчислялась тысячами километров. И это сразу отразилось на росте экономической и военной мощи держав, строивших далеко не дружественные планы в отношении России. В начале 60-х годов правительство решило, главные магистрали будут строиться исключительно силами государства. Оно определило три первейших задачи. Связать земледельческие губернии с промышленными центрами, обеспечить снабжение заводов и фабрик минеральным топливом и облегчить переброску войск к своим западным и южным рубежам. Последнее было сверхважно. В воздухе уже пахло новой войной. Османская империя стремилась отнять у России традиционные для нее зоны влияния на Балканах. Ошибок прошлого нельзя было повторить. В 60-е годы правительство построило две дороги – Москва-Курск и Харьков-Одесса. Расходы оказались чрезмерными, а казна была уже истощена. Что было делать? Строить новые дороги оказалось не на что. И здесь пришла на помощь частная инициатива. Свои услуги предложили российские предприниматели. Начался настоящий железнодорожный бум. За 15 лет, с 1866 по 1880 годы, в России было проложено 19 тысяч километров железнодорожного полотна. Откликнулись и предприниматели, которые свой капитал использовали, и казна давала очень большие привилегии для тех, кто строил железные дороги частным порядком. Правительство всячески поддерживало частную инициативу. Оно предоставляло концессионерам полную свободу действий и даже помогало размещать ценные бумаги за границей. В период этого бума появились так называемые железнодорожные короли. Вчерашние чиновники, винные откупщики или подрядчики, привлеченные возможностью заработать. Их деятельность была важна для государства, но у нее была и обратная сторона. Они насаждали коррупцию, подкупали чиновников и титулованных особ, которые лоббировали их интересы в правительстве. К началу 80-х годов основа железнодорожной сети в Европейской России была создана. Казна подсчитала затраты. Сумма займов, взятых за рубежом, составила почти 2 миллиарда рублей. И более миллиарда государству задолжали отечественные компании. Железнодорожная сеть России оказалась золотой в прямом смысле слова. Огромные траты надо было восполнять. И государство избрало единственно верный путь. Поскольку реформы уже давали плоды и казна наполнялась, оно стало выкупать частные железные дороги и самостоятельно сооружать новые. Эту идею выдвинул и отстаивал человек, которому Россия многим обязана – Сергей Юльевич Витте. Его вхождение во власть оказалось стремительным. Это была, без сомнения, самая блистательная карьера в XIX веке. Октября 1888 года
У станции Барки юго-западной железной дороги сошел с рельсов поезд императора Александра III. Царь, человек огромной физической силы, держал на плечах крышу вагона, чтобы она не раздавила его домочадцев. Впоследствии Александр III корил себя за то, что пренебрег советом молодого управляющего железной дороги. Тот подошел к нему и предостерег от быстрой езды, поскольку по пути следования поезда полотно размыло дождями. Царь навел справки о молодом чиновнике и понял, что этот человек наделен редкими качествами. Сергей Витте начал свою карьеру со скромной должности билетера на железнодорожной станции. Меняя назначение, одно время даже работая помощником машиниста, он изучил железнодорожное дело в мельчайших деталях. В 1877 году разразилась русско-турецкая война. Успех на фронте во многом зависел от бесперебойной работы транспорта. Как начальник участка Одесской железной дороги, Витте наладил стремительный проход военных эшелонов к театру военных действий. В том, что Россия разбила турок, была и его заслуга. Вскоре Сергей Витте стал управляющим всей юго-западной железной дороги, которая в то время была частной. В 1883 году он опубликовал книгу «Принципы железнодорожных тарифов по перевозке грузов», показав себя одним из лучших специалистов отрасли. В момент знакомства с императором годовая зарплата Витте составляла 50 тысяч рублей. Несмотря на это, он перешел на госслужбу, возглавив департамент железных дорог. Теперь его зарплата составляла всего 8 тысяч рублей. Понимая, что чиновник идет на жертвы, император пообещал еще 8 тысяч рублей выплачивать ему из собственного кошелька. Витте ревностно взялся за дело. Его политика носила радикальный характер. Он начал выкуп частных железных дорог в казну. Здесь же очень важные вопросы. Во-первых, стратегические. Во-вторых, вопросы безопасности движения. Насколько это вообще возможно, чтобы этими вопросами занимались частные лица? Это по всему должны быть приоритеты государства, если серьезно говорить об этом. В 1892 году Сергей Витте был назначен министром финансов, а через 10 лет возглавил правительство. Стержнем его политики стал тотальный протекционизм национальной промышленности. Идею протекционизма горячо поддержал Александр III. Император всегда помнил, что еще в 1833 году на Урале отец и сын Черепановы построили первый русский паровоз. Он верил в то, что у российского паровозостроения великое будущее. Поэтому даже паровозы для царской семьи заказывал только в России. Причем императорская семья получала неоднократно предложение о строительстве поездов для этих целей на зарубежных заводах. Все эти предложения были категорически отклонены. И все поезда императорские, причем это было, как я уже повторяю, по настоянию императорской фамилии, построены на Александровском механическом заводе. Расцвет русского паровозостроения был предопределен. В начале 20 века на наших дорогах трудились 500-сильные паровозы серии О, чья уникальная конструкция позволяла значительно экономить пар. А также еще более мощные паровозы серии М с тремя движущими осями и колесами диаметром по 2 метра. Самыми быстроходными считались паровозы серии С. Уже в то время они были способны пробежать от Москвы до Петербурга за 7 часов 58 минут. Рекордсменом-скороходом был и паровоз серии «Б», который использовали на сложных трассах. 700-сильный паровоз серии «Ща», легендарная «Щука», водил составы весом до 800 тонн. Ему на смену пришел паровоз серии «Э» с пятью движущими осями.
Все эти машины строились на отечественных механических заводах, число которых росло. Александр III прекрасно понимал, что экономический успех в огромной степени зависит от соединения европейской России с Сибирью. Поэтому с огромным воодушевлением отнесся к идее строительства дороги, которая поражала своим масштабом, знаменитой Транссибирской магистрали. Не менее горячим сторонником этой идеи оказался и наследник трона, цесаревич Николай, который возглавил комитет сибирских железных дорог. Когда Николай II, будучи цесаревичем, он ездил по Японии и там восточной части Сибири, он 19 мая 1891 года во Владивостоке заложил камень в вокзал Владивостокский и заложил, значит, тачку, есть фотография даже, как он тачку, значит, как бы везет на закладку Транссибирской магистрали. И потом Николай II после смерти отца, когда он стал императором, он все время следил за строительством и все время возглавлял как бы этот комитет железных дорог. Транссиб, несмотря на сложнейшие природные условия, строился с рекордной скоростью – 642 версты в год. Так быстро железной дороги не строил никто. Когда в 1901 году гигантская магистраль была торжественно открыта, мировая пресса по своему значению приравняла это событие к открытию Америки. Для развития страны трасса сделала очень много. Она дала новый импульс отечественному мостостроению, а также паровоза и вагоностроению. Она заметно оживила торговлю. Она превращала в большие цветущие города неприметные населенные пункты. Купцы просили, чтобы прошла дорога через Томск. Но дорога не пошла через Томск, а пошла через вот туда Хабаровск ниже. И Томск очень много потерял. До сих пор там вспоминают, что если бы к нам пришла в свое время Транссибирская железная дорога, то по-другому совсем развивался бы город. Или, например, Новосибирск. Сейчас крупнейший научный центр. А там было село. И вырос город на этом месте. Это была поистине беспрецедентная стройка. Протяженность магистрали составила 7416 километров. Ее украшениями стали мосты через Енисей и Обь, Кругобайкальская железная дорога и многочисленные тоннели. По этой трассе бегало 1500 паровозов. На Парижской выставке 1900 года Комитету Сибирской железной дороги и Российскому министерству путей сообщения присудили гран-при. Начало 20 века в России ознаменовалось невиданным по масштабу строительством железных дорог. Стальные магистрали протянулись во все уголки империи. Россия занимала ведущее место в мире перед революцией, как железнодорожная держава. 130 тысяч километров железных дорог. Вот такая протяженность сети железных дорог в России. Конечно, большая часть – это европейская, юг России, но, тем не менее, общая цифра внушительна. Очень много было и паровозостроительных заводов. Открывались заводы по строительству собственных электротехнических устройств. Ну, а о мостостроении я уже не говорю. Отечественное мостостроение, конечно, оно имеет в своем ряду выдающиеся имена. К 1917 году в стране действовали 74 железные дороги. Паровозы и подвижной состав для них производили 20 отечественных заводов. Пройдя многотрудным путем, Россия превратилась в крупнейшую железнодорожную державу мира.